стационарный термопринтер со скоростью печати 127 мм в секунду. В этом обзоре распакуем термопринтер от фирмы TSC, модель TTP-225. В коробке с принтером прилагается диск с драйверами, USB-кабель, внешний блок питания, а также инструкция и гарантийный талон на 2 года. Данный термопринтер предназначен для использования в розничной торговле, в медучреждениях, в почтовых службах и в офисах. Принтер стационарного типа. В ширину он занимает 14 см, 17 в высоту и 24 по глубине. Весит аппарат 2,5 кг. Конструкция принтера двухстворчатая с двойными стенками. Сверху на корпусе вынесен график. Графический дисплей с подсветкой. Спереди выходной лоток. Внутри предусмотрен большой отсек для рулона-носителя с внешним диаметром 5 дюймов. Сзади в углублении находится кнопка включения, гнездо питания, разъем USB и 9-контактный порт RS. Этот принтер подойдет для печати этикеток с линейными и двухмерными штрих-кодами. Нанесение происходит по технологии прямой термопечати и термотрансферной печати. Работает принтер с лентами длиной 90 метров. Ширина ленты 56-58 мм, а ширина носителя от 15 до 60 мм. Длина печати 2286 мм. Качество печати достигает 203 точек на дюйм, а скорость печати до 127 мм в секунду. Что в итоге? TSC TTP-225 – это модель классического стационарного принтера для печати этикеток в небольших масштабах. Печатать маркировки можно на лентах разного размера. We'll be right back.